Этих направлений, которых я сказал, сосредоточен большой пласт работы, он охватывает, на наш взгляд, все аспекты работы с предпринимательством. То, что у нас не нашло прямого отражения в рамках тех показателей, которых я представил, или тех сумм, они реализуются за счет республиканской программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Напомню, что у нас ежегодно выделяется на эти мероприятия сумма в размере 1 миллиард рублей. Много это или мало, но это если расчертить карту или табличку представить всех регионов Российской Федерации, я думаю, мы уступим только нашим северной столице и столице Российской Федерации, потому что действительно сумма выделяется для регионов очень-очень масштабно. Сегодня нам предстоит каждый наш проект детально рассмотреть, особое внимание уделив рискам, административным барьерам, с учетом, еще раз хочу подчеркнуть, даты на календаре. Ну и хотелось бы всем пожелать плодотворной работы, найти ответы на вопросы, и мы с удовольствием тоже выслушали рекомендации наших коллег. Всем удачной работы.